направляемся в Убуд. Это такой городок. Вы оценили мою новую каску, шлем? Направляемся в Убуд. Это такой городок, он не на побережье находится, а чуть, ну, вдали, туда, вглубь острова. Я не особо люблю этот город, а там делать нечего, он маленький, и там собираются разные хипстеры, вот эти просвещенные, трехглазые, всякие йоги, хуйоги, вот эти брахмапутры и так далее. Вот, там ищут духовные практики, но это мне не близко. Но там красиво, туда можно разок съездить. Я там, естественно, был много раз, а мелкая никогда. И вот мы едем туда. Там есть лес обезьян, я в том году там снимал, поснимаю сегодня. Мы остановились, тут рядом комплекс такой, вот, в котором, как мне кажется, находятся виллы таких богатеев местных. И просто мы обратили внимание, смотрите, за нами чувак, не знаю, что это, пропалывает какие-то поля, по всей видимости, рисовые, возможно, и куча цапель. Сейчас поближе попробую поснимать. Смотрите, он пропалывает прям такой машиной. И куча цапель бегает, и, короче, это сам, или баранит, я не знаю, и тусуется вокруг него. У нас догадки, либо он червей подводных, ну, вот этих земляных, выбрасывает на поверхность, и они хавают. Либо, ну, хуй его знает, в принципе, я подумал, он засеивает, и они клюют пшено, ну, навряд ли. Кстати, вот перед нами прям стрекоза, не знаю, видите вы или нет. Зависло. Тут их, кстати, много. Ох, нихуя себе. Как бы они не покусали. Ну, просто интересно было. Мы остановились посмотреть. Заметьте, он прям хуярит там, не боясь их задавить, они разбегаются. Вот эти ворота, они характеризуют въезд в любой населенный пункт. Здесь, я так понимаю, это вот въезд, я не гуглил, да, но в какие-то для таких буржуев местных квартал. Тут смотрите, как красиво. Быки. Бык по-балинезийски. Два варианта на бахасе. Бантенг и бертао. А, кербао. Вот, бантенг это более такой мощный, ну, такой буйвол, боевой. А кербао это больше такой вол, знаете, который тащит, вот, малышня, который тащит какую-нибудь поклажу, вспахивает поля. Заметьте, вот барон, похожий как на того, что у меня на плече набит. Он, кстати, много как изображен, не только таким. Такой чувак опасный. Вот, а мы направляемся в Убуд. Оттуда я тоже поснимаю. Ну, красиво здесь, да. Буржуи всегда умеют жить. То есть это тебе не... А вон на той стороне вот такие лачушки, в ней живут обычные, блядь, люди. Вот. Круто тут, бля, прикольно. Это Миша Выплюшка. Собственной персоной. А это ваш покорный слуга Станислав Андреевич, ёпта. Смотри, какой перстень у него, да, серьезно? Короче, идем в лес обезьян, блядь, в очередной раз. По 80 угриков с нас содрали, 160, это примерно, ну, наверное, 700, может быть, 650 рублей за двоих. Тут, в принципе, делать нечего, но если ты впервые здесь, погулять по древнему храму, пойдем? Да. Вот, погулять по древнему храму, пойдем туда, и посмотреть на обезьян, в принципе, можно, блядь. Ну, тут красиво, живописно, тут все обустроили, блядь. Вот. Пчелки, блядь, из сосков плещущие водой. Охуительно. Написано, что с собой нельзя животных.
не касайтесь животных, ну, то есть собак, и не кормите. Ну, касаться здесь как бы животных или нет, это выбирать не нам, а обезьянам, потому что они иногда запрыгивают на тебя, особенно маленькие дети. Не особенно, а чаще всего пиздюки. Смотри, какие рамсы у них. Давай. Чисто, чисто, чисто. Давай. Давай. Оп. Опа. Опа, блядь. Вот так. Вот такая хуйня, блядь, происходит. Пиздец, ёпта. Охомутали мерзавцы. Оба! Малышня, как будут кусать, скажешь. Ну чё, блядь? Ах, паскуды! Открывают? Да. Смотри, чтобы не спиздили, я там пару бельксов. Иди отсюда нахуй. Главное, чтобы не обосрали, блядь. Главное, чтобы не украли. Да это ладно, блядь. Один остался? Два. Ну-ка. Ну-ка, мерзавец, блядь. Снял это. Да и хер с ней, без нее мы. Паскуда, блядь. Он у него в руке? Нет, я забрала. Все, пошли вон отсюда. Что они делают? В шею ищут? В шею. Давай, ищи, мерзавец, в шею. Хороший песик. Как ханьё, да? Норм? Ага. А, не открывают это. Да? Да? Мерзавцы, вот я чем им нравлюсь. Нет, Стас, скинь его. Ну-ка нахуй. Ну скинь его, что ты боишься? Ну-ка. Оп. Дай-ка я застегну. Застегни и пусть заново прыгает. Сука, мерзавцы, блядь. Пригрел волка во вечной шкуре. О! Обезьяна отрабатывает. Опа! Вот так вот эти мерзавцы отрабатывают. Одевай. Чуть не спи. Опа. Брать будут мерзавцы. Вот. А не кормить. Нам внутри продают бананы. И можно покормить. То есть, грубо говоря, они сами себе противоречат. Ну, наверное, написано не кормить. Чтобы кормить можно было только их, ну, их продуктами, которые мы, соответственно, покупаем уже внутри парка. Так тут, конечно, красиво. Вообще, Убуд, он такой, ну, несколько иной климат имеет, нежели побережье. Тут более влажно, так, ну, блядь, более зелено. Такие остатки вот таких нетронутых, ну, не то что нетронутых, таких диких джунглей имеет место быть. Поэтому прикольно. Дай билеты. Окей. Так, это еще не обезьяны, если что. Так, это тоже. Сейчас будут. Где? Ну, нет, но здесь они, здесь их мало, они там внутри будут тусоваться. Вот, смотрите, такая телка, и две обезьяны на нее напрыгнули, и мнут ей сосцы, прям, бля, галимый, блядь, легал порно. Вообще, да? Так, пойдем. Комодские вараны. Ничего не вижу, ничего не слышу. Типа правила жизни в тюрьме. Помалкивай, поменьше, блядь, смотри нахуй. И нихуя не слышь. И будешь обязательно отъебан. Так, вот. Короче, заходим, блядь.
это, блядь, пиздец, нахуй. Да? Вот это мерзавец, блядь. А это так, пыль. Сейчас вот тот съебался, я их разгоню, нахуй. Они его боялись, ты видела? Тот проходил, они зашкерились. Нет нихуя. Бекасов не наловила. Не съебка. Идем? Вот так надо просить. Смотри, бля. Там кто-то сидит. Опа, бля. Вот, смотри. Они вот там, под низом, да? Мерзавцы, блядь. Под шкуру. Ай. Ну-ка нахуй, Рамсани. Блять, хуёво не заснял. Опа! Мерзавцы ебутся, я им помешал, они на меня набросились, блядь. Сука, паскуды, блядь. Ага, бля. Смотри, малышня, а? Ага, бля. Ну-ка нахуй. Паскуды, блядь. Ну-ка нахуй, блядь. Нахуй. Ну-ка, блядь. Ну-ка, блядь. Оп. Хуль ты орешь, бля, мерзавец, нахуй, а? Ага, блядь. Ну-ка нахуй. А? Ну-ка, блядь. Конор Макгрегор, блядь. А? Опа. Ну-ка нахуй. Ну-ка, ну-ка. Ага, бля. Ну-ка, ага. Давай, давай. Ага, бля. Сейчас будет Рамс, блядь. Sit down, Mitchell. Ella, Abby. Oh my god, it's crashing! Oh my god. Did it bite? No, it hit it. Ready? Did it bite? Вот это сазаны тут ходят, бля. Кстати, вот эти рыбы, насколько я знаю, их японцы заводят у себя дома. Ну, вообще в Азии они очень популярны. Японцы дома заводят чуть ли не как домашних животных. А если туда палец засунуть, они его реально начнут отсасывать. Так что всяким бедолагам, кому, блядь, не светит, можете завести такого сомика в ванной. Просто туда погружаетесь и все, блядь. И жизнь удалась вот такого. Ну, смотря какой, опять же, размер. Кому-то и вот такой пойдет. А кому-то вот такая хуём была, бля. Ром, привет. Вот эти деревья, кстати, их очень много здесь в Убуде, рядом с Убудом, они тут считаются священными. Вот, их оборачивают такими саронгами. Ну, здесь оно, мне кажется, больше декоративное стоит в этом лесу обезьян. Но рядом с Убудом в Убуде их очень много. Вот, когда я, помню, тут был второй раз, кто-то сказал, что здесь этот Кэмерон снимал Аватара. Но потом оказался пиздобольством, так как Аватар он снимал, насколько я помню, то ли в этом самом, в Новой Зеландии, то ли в Австралии. Вот, а вот Баронг. Похож на того, который у меня? Немножко, ну немножко, у меня не все однотипные.
Здесь, кстати, говорится о том, что вот этих макак, это балинезийские длиннохвостые обезьяны, ну, они называются макака, вот видите. Вот здесь в лесу их 1059 обезьян, ну, примерно, наверное. И они представляют тут 7, короче, тусовок, 7 групп, 7 бригад. Центральная, потом храмовая. Салатан хуй его знает. Короче, кладбищенская и так далее. Восточная, новая New Forest Group. Вот. Каждая тусовка содержит по 100-200 обезьян, которые, ну, состоят из детей, подростков там и так далее. Вот. Походу, тут рамсы конкретные. Вот, блядь, подбирается, сука, мерзавец, блядь. С восточного леса, блядь. Короче, тут тоже, блядь, все структурировано, как в жизни, ёпта. И знаете, я вот хожу, смотрю вот на этих людей, слышите, звук такой, походу, блядь, кормят обезьян, коль-то ультразвук включили. Тут, блядь, сидит эта обезьяна, вокруг нее 10 человек, и кто, сука, еще, и я в том числе, ёпта, хуля. И кто из них еще больше обезьяна, да? Это, блядь, макака бедная, нахуй, которая в хуй не дует. Или вот эти, блядь, люди, блядь, с фотовспышками. Такие вот дела. Вот еще одно дерево. Такое, блядь, гигантское, блядь. Если заметьте, на нем обезьян нет нихуя. Вот, видите, здесь похоронены обезьянки. Они маленькими лопаточками здесь вырывают. Вот, и зарывают мерзавцев. Смотрите, их даже имена есть. Ардика, Темпил, Нарси, ебать, бля. Вот, видите, ходят, бля. Ну, им похуй, они вот прям сидят на могилах, бля. И в хуй не дуют. Опа, обрывают, видите, могилы. Не ссы, ёпта. Это вообще жрет, бля, какую-то чешую, ёпта. Ну, такие большие могилки, бля. Бедные обезьяны. Интересно, их в гробики кладут или нет? Навряд ли, да, малышня? Угу. Она мяукает. Теперь малышню тоже оприходовали. Не боись, они не кусаются. Дай ему руку. Дай руку. Не бойся, да. Потому что у тебя... Давай. С тебя взять нечего, у тебя сумок нет. Черепашка-ниндзя до того, как, блядь, мутировала в Донателло, нахуй. И рядом караси. Она нас видит, блядь, орёт, спаси, смотри, рыбы хотят. Они в надежде. Рыбы хотите? Да. Здесь в Убуде есть храм, ну такой он, по-моему, не функционирующий. Он в такой, в ложбине, в городе, ну, в черте города, заросший вот такими, блядь, джунглями. Вот. Достаточно прикольно, я тут тоже был. Когда он заканчивается, начинается, по-моему, то ли тропа художника называется. Короче, такая достаточно живописная, ну, такая живописная тропа, по которой, если ты пойдешь, она закончится там, ну, ходом часа полтора-два ты будешь идти пешком. Вот, ну, правда, срач, как обычно, блядь. Вот, и она закончится там рисовыми полями, такими живописными местами. Не знаю, не хочу я сейчас идти, здесь люди, блядь. Камень мне попал в этот самый, в кроссовок. Не хочу идти, потому что идти часа два, сейчас время уже 5 час, мы придем туда, будет светло, поем обратно, обратно будет темно, уже не прикольно. Вот, мы вот решили просто спуститься сюда, здесь какая-то речушка, наверху дорога, короче, ну, вот такой достаточно живописный город, но сделать долго тут нечего реально. Вот, кстати, начало этой тропы, прямо отсюда, она 2 километра. В принципе, 2 километра это не далеко. Ну, сейчас посмотрим, мы, может, даже втопим, блядь. Я, правда, сегодня ел один раз. Но тут, блядь, из меня вода льет, я уже похудел на 3 килограмма, блядь. Из меня льет вода, блядь, душно. И поэтому, ну, есть вообще не хочется, блядь. Тем более на том конце есть кафешки, где можно... Вот, видите, this way trekking
2 километра, и там будет кафешка. Так что, в принципе, блядь, можно и ебануть. Ебать, это какая-то, блядь, скалопендра. Большое такое, я не знаю, что это, блядь. Ну, насекомое. Ебать, блядь. Ноги так, а вот какие-то валики перекатываются. Ну, по крайней мере, издалека видно. Ёпта. Только пошли, бля. А малышня уже говорит, то нахуй обратно. Да? Чё ты? Ясен хуй, у меня ноги длиннее, бля. Красиво. Вообще, Убуд, на мой взгляд, очень скучный город. Вот, если ты не хипстер, блядь, там не йога, не вот этот вот Хали-Гали Кришна. Делать тут нехуя долго. В принципе, вот, не знаю, тропа художника вот эта. Напротив там музей Бланка. Это местный балинезиец. Ну и, по-моему, какие-то корни там европейские. Там, ну, его резиденция. То есть там, ну, достаточно красиво. Его картины и так далее. Ну, тоже на любителя. Вот, здесь лес обезьян. Ну, недалеко уже от Убуда тут есть водопад, но он такой, бля, попсовый. Ну, тем более, это не в самом городе. Ну, как бы, в принципе, все. Вот. Ну, красиво. Вот, смотрите. Охуенно. То есть, местами прям очень красиво. На побережье красота другая. Совершенно. Там океан. А здесь вот именно такие, видите, задние джунгли. Вот. Сейчас немножечко развернусь. Вот. Охуенно. А в общем-то, ну, говорю, долго здесь делать нечего. Ну, сюда можно приехать, остаться здесь на ночь. Ну, как бы с утра потусить, и можно смело ехать домой. Мы вообще одним днем сюда приехали, а то место, где мы живем, до сюда ехать час. Вот. Мы сейчас пройдем по тропе, покушаем, попьем там сачку, ну так, по лайту, и поедем домой. Эту красоту не передашь реально ни камерой, тем более моими, вот, ни съемкой на айфоны. Поэтому вот я рекомендую каждому это видеть. С другой стороны, воспоминания тоже забываются, это такая же пыль. Наступает завтрашний день или там полминуты после того, как ты уходишь с этого места, и ты этого больше не видишь. Но мне кажется, видеть это хорошо, потому что, ну, блядь, что-то в этом есть. Заканчивается тропа, ну, основная ее часть такой вот деревушкой, в которой куча кафешек,
варунгов, я уверен, хоумстеев и так далее. В принципе, естественно, все для туристов. Вот. Петушка, блять. Хуя себе. Вот таким вот кафе, такой вот кафешкой заканчивается эта тропа. Мы уже покушали, я просто хочу вам показать. Будете в Убуде, напротив музея Бланко, вот эта вот тропа. Тут прикольно. Ну, цены, конечно, ломовые. Ну, там в полтора раза выше, чем в каком-нибудь другом Варунге, но так посидеть разочек можно. Вот здесь самы, вот здесь какие-то большие самы. О, вот здоровые самы, смотрите. Действительно большие, да? Вот они, блядь. Мерзавцы, блядь, вот они. Ну да. Большой? Вот, видишь? А, ну да, тут такие самики-то гигантские. Прикольно. Здесь, кстати, спа. Наверное, можно массажик ебануть. Ну, я думаю, сегодня явно мы этого делать не будем, потому что потом так размажет, что мы просто не доедем. Вот. Кувшинки. Что еще тут? Нам сейчас, правда, обратно чесать. Здесь рисовые поля. В общем, прикольно. Прикольно. Останавливайтесь, кушайте, расслабляйтесь, подзаряжайтесь углеводиками и обратно. Малышка, нравится тебе здесь? Хорошо? Спокойно, да? На, скажи свои впечатления. Ты что молчишь? Стесняешься? Да, я думаю. Или нечего сказать? Не, ну... Повторюсь, то, что такой вход на эту тропу незаметный. Да нет, это, наверное, не про тропу, про Убуд вообще. Знающие. Ну, мне понравилось, конечно, в лесу обезьяны, они такие приколюшные. Ну, могут спиздить что-нибудь, да? Ну, да. Их, конечно, не погладишь. Они какие-то немножко зашубанные. Сами только, если захотят. Такие эгоистичные обезьяны. Но они не зашуганные, они наоборот на тебя бросаются, и ты, блядь, зашуганный становишься, да? Ну, нельзя с ними понянчиться, как с ханьем. Ну, с ханьем, да, понятно. Ханье тоже может покусать, блядь. Нет? Кого? Ладно. Давай, пойдем на байк. Пойдем. Вечернему Убуду. Сейчас я вам покажу, что из себя представляет этот городок. По факту он очень маленький. Вот. Сейчас мы выедем на главную улочку, на которой очень много туристов, опять же, лавок разных всяких. Вот. И постоянные пробки. Я думаю, сейчас не исключение. Сейчас уже, видите, вечереет немножко. Мы возвращаемся в сторону дома. Сейчас эту улочку проедем и свернем, ну, туда, куда нам надо, чтобы добраться до Чангу.
вот это убуд. Такой немножко в европейском стиле отстроен. Ну как в европейском, такой, ну, колониальном. Вот, вот такие вот. А мне кажется, здания, которые построены в азиатском стиле, но построены европейцами. Вот. Очень много народу, видите? Очень много белых, очень много туристов. Очень много кафешек различных, лавок и так далее. Вот, вот, в принципе, Убуд. Больше тут ничего нет. Да, другое дело, если вы интересуетесь практикой, практикой йоги там и так далее, тогда, да, этот город, ну, скорее всего, для вас. Вот. Но, опять же, если вы, как я, обычный там человек, который ездит сюда отдыхать, это брусчатка убудовская, то долго, блядь, здесь делать реально нечего. Я надеюсь, ну, хотя бы чуть-чуть вы теперь имеете представление, что это за город. Выключать.